Получить высшее образование в России реально. Особенно если помнить, что Москва – это далеко не единственный город, куда можно отправить на учебу своего ребенка. Знакомьтесь, Нижний Новгород – третья столица России. Современный город с 1,5-миллионным населением, развитой инфраструктурой и удобным транспортом. От Москвы его отделяет всего 400 километров или 3 часа на скоростном поезде. Исторически сложилось так, что Нижний Новгород – многонациональный город. Здесь с уважением относятся к культуре, традициям и вере самых разных народностей. В Нижегородской области хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство. В регион активно привлекаются иностранные инвестиции. Поэтому уровень жизни населения достаточно высок, а уровень безработицы – один из самых низких в России. Нижний Новгород активно развивается. Здесь всегда есть высокий спрос на молодых, грамотных специалистов. В Нижнем Новгороде находится кампус одного из лучших российских университетов Высшей школы экономики. Вышка в Нижнем – это 10 образовательных программ бакалавриата, самое большое среди вузов региона количество бюджетных мест на программы социально-экономического профиля, сильнейший преподавательский состав, а главное – особая атмосфера внутри самого университета. Атмосфера взаимного уважения между профессорами и студентами, нацеленность на высокие результаты, активная проектная деятельность. На всех программах Высшей школы экономики углубленно изучается английский язык. Дополнительно студенты изучают второй иностранный язык по выбору. Все выпускники вышки получают европейское приложение к диплому, документ, оформленный по нормам Европейского Союза, подтверждающий образование в вузе и не требующий нострификации. Эти и другие факторы открывают перед выпускниками вышки возможность для трудоустройства и успешной карьеры в международных компаниях. Иностранным студентам Нижегородского кампуса Высшей школы экономики предоставляются номера в современном общежитии, где созданы все условия для проживания и учебы. При желании студент может снять квартиру. Средняя цена съемного жилья – $250 в месяц. Цены на продукты в Нижнем Новгороде гораздо ниже московских, а с точки зрения проведения досуга столица Приволжья не уступает Москве. В городе множество парков, театров, музеев, цирк и планетарий, площадки для занятий различными видами спорта и многое другое, что позволит молодым людям совмещать учебу с активным образом жизни. Узнать подробнее о Нижегородском кампусе Высшей школы экономики вы можете на сайте. Добро пожаловать в Нижний Новгород. Город, который удобен для жизни, хорош для учебы.